Армысыздар, қадырлы қонақтар, құрметті студенттер. Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, ақын, ойшыл, Олжас Омарұлы Сүлейменовтің Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студент жастарымен жыл сайынғы дәстүрлі кездесуіне қош келдіңіздер. Бүгін ерекше күн. Себебі бүгін халқымыздың сан ғасырлық тарихы бейнеленген тамаша туындылар арқылы қазақ халқын әлемге танытқан суреткер, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, планеталық деңгейдегі ақын Олжас Омарұлы Сүлейменовтің туылған күні. Бүгін 2015 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы жылы. Сіздердің назарларыңызға Олжас Сүлейменов туындылары негізінде дайындалған Қазақстанның көп ұлтты халықтары туралы «Біз болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты әдеби театрландырылған қойылымды Қазақ ұлттық аграрлық университетінің достық студенттік ассамблеясы мүшелерінің орындауында ұсынамыз. Құрметтеп сапалыңызды. Thank you.
университета трижды юбилейный. Смотрите, 20 лет Ассамблеи народа Казахстана, 70 Великой Победе и 85 нашему университету. Депортация. Долгая дорога в неизвестность, пережить которую смогли не все. И наши деды и прадеды были вместе, вместе учились жить рядом. Суровые годы Великой войны принесли людям новые, тяжкие испытания, горе, неимоверное страдание. И наши деды и прадеды снова были вместе, вместе одержали великую победу. После войны разруха и голод. Нужно накормить народ. Так появилась целина. И наши деды и прадеды снова были вместе. Вместе работали на казахской земле. Я предложил принять закон о реабилитации репрессированных народов. Именно казахстанец должен был внести такое предложение. Все народы Советского Союза испытали репрессии, усосланы в войне. Но тут выступил депутат из Прибалтики. Я не согласна с данным утверждением. Реабилитировать можно персону, но целый народ нельзя. Это будет юридически неправильно. Значит, репрессировать народы можно, а реабилитировать нельзя? Верховный Совет согласился с ответом. Мое решение прошло единогласно. Я бы мог появиться в горах или жить в белой хатке, коров по оврагам пасти. Все равно, привезли бы меня в Чесхазган вагон-загон. Украина, прости, о Ингуш, мои все... К тебе потомки сосланных бегут, кто не имеет кропа, от страха, чтобы получить всем знакомый приют. И вновь земля казахская родная надломленных согрела сотни душ, и снова щедрость края воспевает, прощение просит у степей ингуш. Казахстан, ты огромен! Пять Франций без Лувров, Монмартров! Уместились к тебе все бастилии грешных столиц. Ты огромной каторгой плавал на маленькой карте. Мы, казахи, на этой катере родились. Мы прошли испытания дымом костров и копытами. В переулках ночных испытания горла ножом. Навсегда испытали вербованными чернозем. Радость ради и тяготение земное испытано. Вся земля в проводах, космодромах, гектарах и станциях. Спрятанных, спрятанных сыновей. Мы твои однолюбы. Мы бережем, не глотая права. Зубы не стискать, но выдержать. Право кричать широтою степи, высотою хребтов Валатау, глубиною морей, глубиною могил. Не молчать! Люди даже не знали, за что. Очень тяжело тогда было. Она с моим прадедушкой, Ильей Дигелем, познакомилась здесь, в Казахстане. Он был немцем из Поволжья, тоже депортирован. Рассказывал про свою семью. Его мама тогда была еще маленькой, заболела тих. Отвезли их в поезде для перевозки скота. Умерших не успевали хоронить. Они старые выбрасывали их из вагона. Еды не было, а бабушка еле выжила. Помогли казахи. То чашки зерна, то кружка молока, то спички и дрова. Сколько его в чашечках? А мне мама рассказывала про деда своего. Война, кругом голод, холод. Здесь не то, что на Кавказе климат. Олды орталыққа барам. Бар-барам құтқару керек. Керек заттарым дайын. Ассалау мағалейкім. Мағалейкім салам. Бар-бара не үшін ұстап алып кетті? Ореке, бар-бараны қойшы. Одан да басқа жаңалықтар бар. Айтсаң ішен. Осылай қарай бір адамдар келе жатыр. Олармен арасыға болмайды деген бұйрық бар. За нарушение указа, вплоть до расстрела. Отца! Барбара, кызым, шлама, кызым, Барбара, аман бысын. Ореке, Барбараның мәселесі шешілді ғой. Енді ауылға бара жатырсыңдар ма? Иә, ауылға қайтып барамыз. Сен айтпақшы, өткенде маған бір мұғалім берді. Кеше ауданға біраз немістерді көшіріп әкелген. Қайдағы немістер? Өзіміздің немістер, Поволжьедан. Біреуі физик-математик Дигель.
Мұғалім болға әбден лайық. Жақсы болды. Айда ол, шақыршы. Подойдите сюда. Вот, знакомьтесь, Илья Дигель. Будут учителем физики. Значит, вы будете работать в нашей школе? Да. Пойдемте, я вам ее покажу. Спасибо. Корейцы, о, Кудайма, о, бұлардың бәрін қайда орналастырамыз? Сабре таман келді. Салима, ыстық су алып келші. Бол тез. Я старшина ола. Как скажу, так и будем делать. Вот видите, это мой дом. Вы сейчас сойдете, и будет это наш. Хош келдіңіздер, ағай. Шешенсіздер ме? Я председатель колхоза. Председатель, скажи, зачем нас выгнали с дома? Зачем приют сюда? Зачем вызвать скот? Вас послал сюда наш великий вождь, учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Не было здесь! О, ағайын, о, бауырлар, туған жер топырағы тапса, әлі де өз елдеріңізге қайтасыздар ғой. Конечно, на свете нет милее родного края. Но раз приехали сюда, надо жить на этой земле. Хорошо, нечего не подарять, остановимся здесь. Вот это правильно. Давайте, помогайте людям устраивать. Из России, как малоимущие. Наша семья давно живет здесь. А как вас зовут? Оксана я. Оксана, красивое имя. Моя Арслан. Пойдемте, я вам дом покажу. Ардақты ағай, тілі ортақ, діні ортақ, мұсылман балалар болғасын, мені түсіне ұшырасыздар деп ойлаймын. Ал мені түсінген шығарсыздар. Уважаемые, мы тюрки, оказывается, наши языки похожи, мы поняли вас, а они курды, они ничего не поняли. А русский понимаете? Да, да, говорит. Братья и сестры, поздравляю вас с прибытием на гостеприимную казахскую землю. И жар, сколько жаром жаржа, сильным мираузом, жастым да жаржа, жастым да куруге, астым да жаржа. Помню, мы дождались этого счастливого дня. Вместе пережили такой тяжелый год. Кудай қаласа бәрі жақсы болады. Бақытты болыңды. Так жили долгий год. Рука об, мире и согласии. Желаю вам кавказского долголетия. Всякий раз, когда я посещаю казахов, я нахожу могилы замученных на моей земле. Целая страна, в которой нет различия по национальности. Я молча стою над могилами, а перед глазами возникает образ людей, пришедших на мою землю оболганными и униженными, но не сломленными, с высоким и ничем не обозримым чувством чести и истинно человеческого достоинства. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет раз... Батальон, стройся! Эдгалиев, Евтенбек, я! Узаев, Алибаев! Батильбаев Курбан. Батильбаев Фазыл. Романючин Александр. Батильбаев Артын. Медведев Алексей. Сиитов Сухарнай. Упырь Василий. Шаченко Григорьев. И Протоков Тихоин. Разыскивая нас. Сбежает красная ракета, и он будет от нее горит, и значит нам нужна одна победа. Нас ждет огонь свершенный, и все же бессильно, и сомнения в ночь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десант, нам подает десятый.
товарищ другой. Мой дядя, брат отца, ушел на фронт. Ушел он добровольно, я не помню, но помню, от бессонницы ушел. От белых окон и ночных испугов, от резких тормозов на повороте. Он шел с мешком вдоль пыльного арыка. А я бежал, цеплялся и просил взять в плен фашиста, а если он не сдастся, ударить шашкой или так на штык, или ногой в живот. Пусть будет больно, порезать руки, чтобы кровь хлестала. Он сбоку поглядел в мои глаза, дед хмуро кашлял, плевал под ногу. Был счастлив я, увидев слово «храбрый». Дед не плакал. Солдаты в пролетающих погонах, разбитая земля, боссовый танк. Дубов заплесневелых. И глина, глина, глина по колено. Нам показали дядину могилу. Она была за маленькой деревней и два просохших после серых ливней. Над мелкой речкой глиняный бугор. Дед помолился, пожевал на свае. А я глазел на глиняную землю, но румяными щеками и злая, как сосед. Я запомнил, мой дед не обращал на них внимания. Он аккуратно вытащил лопату, рукой погладил рану в черной глине и вытер руку о сухой сапог. Мы просидели день у тихой речки. До темноты следили ребятишки. Дед плача пел арабскую молитву, а я гонял травинкой муравьев. А тебя могут забрать на фронт? Конечно. Сам бы пошел. Возьму и пойду. Никуда ты не пойдешь, Алексей Медведев. Знаешь, что дадут бронь, вот и хорохоришься. А почему ты так решила? Тебя не заберут, ты же ценный сотрудник. Защита на носу, а все комнаты забронируют. А по-твоему, они дураки воевать будут? Я больше не желаю с тобой разговаривать. Вероника, я хотел тебе сказать. А я не желаю. Послушай. А что ты мне завтра подаришь? Теперь. Если что-нибудь вкусное, я съем и сразу забуду. Ты мне подари что-нибудь такое, чтоб на долгую память, когда ты со мной, я ничего не боюсь, даже войны не боюсь. Вероника, я... Послушай, я сношу себе на свадьбу белое подвенечное платье, как у бабушки, и фату, такую длинную-длинную. А ты наденешь черный костюм, и мы с тобой вместе пойдем... В ЗАГС? Решено. Решено? Подожди. А на какое число? Повестка? На сегодня, в 5 часов. Подожди, а я? А как же я? Я не хотел тебя огорчать. Завтра ведь твой день рождения. Ну вот, ничего не случится, слышишь? Вероника, я обязательно вернусь, и мы с тобой будем жить долго-долго. 100 лет. Мы еще успеем попрощаться, только не опоздай, ладно? Конечно. От полка осталось 32 штыка. Шли за окружение от самого Бреста. Всего-то начальство, писарь полка. Последняя позиция – холм безымянный. Стал для альпийских стрелков Эверест. Взрывом гранаты мне порубило глаза. Командир наш, писарь полка Соломин, снял с себя мокрый бинт, завязал мне глаза и сипло сказал. Посмотрим, нас еще двое. Мы им дадим рукопашную. Меня ты знаешь по голосу, остальные не наши. А я бежал рядом с Соломином, упираясь штык. Когда на кордоне лесном погиб пулеметчик Корнилов и не осталось больше в полку коммунистов, писарь Соломин, раненым горлом себя, клялся со всеми и, нарушая устав, принял в партию весь наличный состав полка, в том числе и себя. Все заявления в скрот державы Булавки сохранились в сыром планшете. Я, рядовой Семенов Петр Ильич, прошу принять меня в ряды ВКПБ. Имею жену Марию и 5 дед. Машенька, если что, возвращайся к отцу в деревню. И приписано рукой у Соломина для красной звезды. Я, рядовой Садыков Хамид, Исаилов номер 5, около города Ош. И грамотный полностью и по киргизски. Постов сержантом Соломину. Вместо подписи кровавый... Округлым писарским почерком. Бал коммунистам у деревни Коликой 25 августа 1941 года достоин ордена Красной Звезды. Через 30 лет пионеры откроют планшет. Документом, размытым, поверят родному и военкому.
всех, кого принял в партию, кого представил к награде, сержант Коломин примут и наградят посмертно. Высота 230. На старенькой карте трехверстки. Обозначена неправильными цилиндрическими овалами, будто рисунок папиллярных линий. Высоты, которые мы держали. Майки санинструктор Агаша. Без вести павшие солдаты наши! На цветных металлов, свинца, меди, цинка, хрома. Добывалось и выплавлялось в Казахстане. 150 тысяч не вернулось в свои аулы. Но по отношению к общему числу степняков, это более 10%. Мужчин от 18 до 50. Из девушек, не ставших невестами, дошло до нас только два имени. Меншик и Алия. 350 тысяч. Много или мало? Американцы потеряли 150 тысяч. Англичане 200. Две великие нации вместе лишились 350 тысяч. И они до сих пор считают очень много, непростительно много. Сейчас молодежь мало знает о целине. Знает лишь слово «целина». А что она собой представляет, не знает. Едем мы, друзья, знание рекая, станем на поселок и дневния. Встретим нас ветра, холод и жара, трудные дороги и настройки у костра. Едем мы, друзья, знание рекая, станем на поселок и дневния. Кто думает, что целина огорожена забором для ориентировки? А вы куда направляетесь? Мне нужно попасть в совхоз Балыкты. Совхоз оказывается по пути. Я там живу. А вы откуда приехали? Я из Молдовии. Меня Софья зовут. А вас? А меня зовут Ахмед. Нравится вам здесь? Красиво очень. Да, я тоже, конечно, красиво. Бывает красота тихая. Ну, сады. Как у вас, наверное, на родине. Но у нас здесь красота особая. Бескрайняя простор. Целина. Пустота или простор. Это плотный ковыль. Как ветер нелегкий в степях, долгие ночи и дни, мы поднимали себя, яростно спорили, древний смешаясь с минутой, мгновений истории, мы отливали минувшие. Перед вами земля, которую мы, комсомольцы, назвали планета Целина. Теперь на этой планете фронт страны, напряжение всей страны, наступающий урожай, жатва яростная, как сражение, что мы можем.
будут радости, пески, грозы, годы счастья, житей. Те, кто радостями равны. Ты бессмертен, да, если плавится. Твое счастье в счастье страны. Годы, годы мгновения слиты, нашей славами не забыты. Очень радостью знамениты. Кто под знаменем? Знаменит! Үндеу жолдаймыз. Механизатор мамандығын белсенді түрде меңгеріп, біз секілді студенттер отрядына қосылды. Товарищи, мы, молодежь, должны достойно выполнить задание ЦК комсомола. Кто же, если не мы? Ура, товарищи! Ура! Товарищи комсомольцы, вот и настал день нам, студентам, встать на трудовую вахту. Вся страна работает, не покладая рук. Сталевары-магнитки, машиностроители Ленинграда и Хабаровска, колхозники Украины, хлопкоробы Узбекистана, овцеводы Киргизии. За свои, из раннего что-нибудь. Ты как мед, как вспомню зубы ною. Ты как шутка, от которой вою. Я ничтожен, кто меня видел. Видел ад. Теперь мы рай увидим. А зачем тебя другие любят? Не люби, да разве это люди? А скажите мне, пожалуйста, никогда бы не подумала, что вы творили бы постоянно вам полжа с ними? Простите меня за мою шутку, просто я очень люблю эти стихи. Да, ужасно все любят, да, ребята? Да! Семена, это ты не отмолвил, Семена, как ладонь материнской руки. Семена, это сила сознания, черная воля. Звезды, зерна в распахнутом небе. Почему мы поем о хлебе? Хлебом поднята наша степь. Хлеб целинный, не просто хлеб. Хлеб не только то, что едим мы, но что движет к тем единый. Нового изобилия, а для нас этот край просто поднятая целина. Дорогие соотечественники, я очень рад, что появилась такая могучая идея, идеология об объединении всех наций, которые проживают в нашей многонациональной, великой, родной и любимой родине Казахстане. Как песок из чаши песочных часов текут десятилетия и века, и с каждым из них все прочнее и сложнее переплетаются нити, связывающие наши народы. Различия могут быть в национальной кухне, одежде, менталитете, которые, конечно же, переплетаются, если наши народы живут вместе. 2015 год символический, год Ассамблеи народа Казахстана. Мы, дети разных народов, живем вместе, под одним шанерагом. У наших народов общее прошлое, без которого нет будущего. И мы, молодые, помним об этом. Нас объединяет любовь, мир, согласие. Мы вместе строим наш общий дом, наш Казахстан. Мы строим будущее вместе! Национального аграрного университета, вице-президенту Национальной академии наук Республики Казахстан, академику Исполову Тлектисовичу. Ортала Олжас Омарулын чакырайык.
За последние несколько месяцев в зрительном зале не испытывал таких чувств, которые вот в этом, на этой небольшой сцене артисты, самодеятельные артисты, студенты, которых я бесконечно люблю, они вызвали у меня эти чувства. Я даже попросил у Маргариты Владимировны салфетку, промокнул глаза. На такой маленькой сцене, казалось бы, вдруг большая картина жизни Казахстана. Почти за все 79 лет вот, была показана эта картина. С тяжелыми и светлыми страницами нашей истории. Сейчас я вернулся из Москвы, участвовал в форуме победителей, так называлось это собрание большое, на Поклонной горе. Очень на высоком уровне это Кремль организовывал, и они пригласили из Казахстана выступить меня. Они потеряли 200 тысяч, тоже печальная очень цифра, вместе 350 тысяч. Но это многомиллионные народы. Под 300 миллионов, если вместе собрать, они вот такой процент жертв принесли на алтарь нашей общей победы. И наш маленький в то время двухмиллионный народ потерял 350 здоровых мужчин. Какая это утрата для нашего народа. Поэтому мы все еще, сколько у нас, 10 миллионов, да? Мы накопили их, да, с трудом. А сейчас с теми у нас были бы, может быть, и 30 миллионов больше. Как армия, капитаны командовали. Естественно, 4 миллиона обученных солдат, но без голов, потому что офицеры были уничтожены Сталином самим. Вот такая была жертва. И поэтому все эти страницы очень на нас всех сказываются. Вот. И я очень рад, что сегодня студенты на этой сцене вспомнили эти тяжелые годы. И май – это такой месяц победы. Ополчение на Цвине, на Хлопке, помогали стране. И мы тоже, не только казахи, не только русские люди, представители всех национальностей, учились уже в наших университетах. Вот. И когда в Верховном Совете, первый Верховный Совет 89 года, по-настоящему демократичный, большой, открытый, единственное, кому пришло в голову подняться и сказать, и это естественно, о том, что надо реабилитировать репрессированные народы. Со многими из них я с детства дружил. Они понимали, что вот они вернуться на свою родину, уже по-настоящему вернуться. Так они были ссыльными сюда, потом пересыльные туда, после смерти Сталина. А так законом о реабилитации репрессированных народов они получили настоящую свободу и настоящую свою родину. И сейчас, когда мы шли по институту, у меня был знакомый один композитор в Одессе. И однажды его именем назвали.
консерваторию в Одессе. И он говорил, ну вот, консерватория имени меня. Он так это называл. А вот сейчас я зашел в этот институт, который имени меня тоже. Собрание зал, которого нет ни в одном университете, пока я уверен, что ваш пример будет подхвачен. Это зал, посвященный Ассамблее народов Казахстана. Студенты всех национальностей Казахстана учатся в Аграрном университете. И вот они позаботились, каждый о своей витрине. Все народы, которые у нас проживают, они имеют представительство вот в этом зале. И это замечательное вообще. Потому что мы, кроме тех потерь, 27 миллионов, народы за последние 30 лет и другие потери испытали духовного плана, идеологического плана. Мы потеряли, там я сказал на этом форуме, что мы потеряли такие слова, как интернационализм, очень редко употребляется, дружба народов, такой термин. Я там сказал кремлевским товарищам, депутатам, которые сидели в зале, я не услышал этой строки, которую знал с детства. Дружбы народов – надежный оплот. Я говорю, эта строка должна сохраняться во всех гимнах наших новых государств. Ну и в России многонациональный, безусловно, должен восстановиться. Вот эта строка должна. Наш Казахстан, говорю, не забывает слово интернационализм. Наш Казахстан не забывает дружбы народов. Потому что мы понимаем, что вот это единство есть условие нашей мирной, свободной жизни. Потому что вот такой праздник, который сегодня ребята продемонстрировали, праздник дружбы, настоящего сплочения, я думаю, ни в одной другой республике СНГ, увы, уже не исполняется. Ни в одной. Ни на Украине, естественно, и так далее. И вот здесь я очень благодарен Нурсултану Назарбаеву, который сохранил вот это наше единство. Не дал у нас в Казахстане взойти тем семенам, которые могли бы разрушить наш народ и мир. Наша республика, единственная, практически единственная республика СНГ, которая обошлась без вот этих национальных столкновений. Даже близкие к нам, киргизы, узбеки, таджики, они же просто воевали друг с другом. Не говоря уже о Закавказье, Молдавии, а теперь уже в Украине. Сондовтан, вот это надо очень дорожить этим. И вот я прочел вас в этом музее, в котором мы пришли, прочел мои слова там напомнены. Обращение к молодежи, особенно молодежи вот в таких условиях политической борьбы. С кем вы будете? Вот здесь, университет, где вы воспитываетесь, где вы обретаете мировоззрение, сознание современного человека. Не просто специальности учитесь, но и гуманитарии.
гуманитарным ценностям, что и опять мы продемонстрировали сегодня. Я всегда обращаюсь и в Америке выступая, и в других республиках, неспокойных республиках сейчас выступая, обращаюсь к молодым, я говорил и говорю, нам не важно, с кем вы будете, с какой партией, с каким правительством, с кем вы будете. Не важно с кем, а вот кем вы будете, вот это самое главное, это важно. И я благодарю моего друга Тлектеса за то, что вот 9 лет я прихожу в этот зал. Много концертов, много выступлений, много речей. Замечательные лица, вдохновенные. Благодарю его за то, что он вот эту атмосферу развивает, поддерживает постоянно. Вот это ощущение, кем вы будете, для него это важно. Не просто голым специалистом, но человеком, объемным сознанием, мировым восприятием всего и сохраняющим самые главные ценности жизни. Это духовные ценности своей нации, это духовные ценности человечества. Спасибо, искренне. Доктор Самарш, сегодня студенты, магистры, доктора нижние, сотрудники, ученые, профессорство, преподавательский состав, единодушно все мы поздравляем вас и хотели бы сегодня сказать добро пожаловать. И мы очень рады, то, что сегодня у нас, в этот день рождения Ильжа Самарыча, Маргарита Владимировна, вы здесь. Давайте. Поприветствовать Лелю. Леля прилетела с Италии. Леля. Сегодня наш праздник, он жал сейчас осознать.